В Иванове стартовал муниципальный этап межрегионального конкурса старшеклассников «Ученик года». Церемония открытия прошла в гимназии номер 23. В прошлом году Артемий Лебедев, ныне выпускник этой школы, стал победителем на городском этапе и занял второе место в области. В том году я вспоминаю себя как участник, очень сильно волновался, очень переживал за каждый свой этап. Очень переживал особенно по поводу дискуссий, как и что я скажу. А в этом году именно как жюри, наверное, буду обращать внимание на открытость участников, на их, может быть, какую-то неформальность, поменьше формализма и побольше именно какого-то творчества. Претендентов на заветный титул в этом году ждут новые испытания. Это не только традиционная презентация себе и участие в краеведческом этапе конкурса «Моя малая родина». Очень много современных технологий используется и современных компетенций. Ну, например, дети должны будут продемонстрировать не только ораторское искусство, но и, допустим, проявить себя в инфографике, сделать лэпбук, такая рукотворная книга. Ну, это говорит о том, что конкурс очень современный, актуальный, он нравится ребятам, и есть в чем себя проявить. На этот раз на почетное звание претендуют только девушки. Из 10 жюри предстоит выбрать только одну. Но, как отмечают конкурсантки, не только победа, но и участие будет полезно для всех. Я жду очень много от этого конкурса. Самое главное – это, конечно, опыт общения, новые знакомства. И, как я уже сказала, опыт, потому что я уже участвовала в подобных конкурсах, и то, какие выходят люди после конкурса, если сравнивать до и после, это просто два разных человека. Поэтому я думаю, что все будет очень классно. Впереди у девчонок два дня испытаний, по итогам которых станет известно имя лучшей. Победительницы и призеры представят город Иваново на региональном этапе, а в случае победы и на всероссийском. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.